привет. А сегодня у нас что? Сегодня у нас посылочка. Девочки и мальчики, это посылка, про которую мы узнали на прямом эфире. Вот последний прямой эфир у нас был. Сегодня у нас 24-е, сегодня мой день рождения. Пришла она нам еще в декабре, оказывается, 21 числа, представляете? И мы про нее вообще ничего не знали. И нам уже на прямом эфире, когда мы проводили прямой эфир, это было 19 число, вот уже январь, то есть декабрь, январь, понимаете, да? Нам уже спросила, уже Венерочка спросила, говорит, ну что, вам дошла посылка, что, как? А мы ни слухом, ни духом про посылку. Вот. Начали разбираться в этом вопросе, она нам скинула номер, начали разбираться в этом вопросе, давай загонять этот номер в проверочные вот эти, да, как это называется, программы. Ну да, где посылка и так далее. И оказывается, на Укрпочте, у нас прямо на отделении, здесь рядышком с нашим домом. Она лежит уже 21 декабря, то есть целый месяц прошел, и мы ее пошли забирать 21 января. Вот, значит, увидели, что она в таком состоянии. Ну, вот видите, да, ее явно просто раскрывали. Если бы это на границе, мы уже так думали, да, может, на границе раскрывают же и, значит, проверяют там, что там. Я думаю, они бы не разрывали. Они бы не разрывали, они бы просто разрезали ленту и открыли ее, как обычно, посылка. Как положено, да. Да, как открывается. Но тут же видно, что здесь лопнула лента вот эта вот. Вот. Да, с одной стороны. Да, и значит вот здесь вот прямо видно, что вот делали вот так вот. Ну, то есть вот. С этой стороны ее открывали, пытались. Короче, да. С этой стороны ее пытались открыть, и, естественно, там засовывали вон руки и все остальное. Ну, ее можно реально, вот видите, да? Конечно. Вот таким образом ее пытались открыть, вернее, ее открыли, потому что. Я еще не вижу, для меня это сюрприз, то, что тут внутри, потому как забирал ее Николай, то есть первый день мы пошли, увидели, что она в таком состоянии, и значит решили дождаться следующего дня и открыть ее в присутствии не просто почтальона, а в присутствии начальства, да, я так понимаю? Да, да, да. Вот, для того, чтобы если вдруг чего-то здесь не будет хватать, то писать заявление и все остальное, чтобы не оставить это дело безнаказанным. Вот, дело в том, что у нас на почте работала девочка, которая уже уволилась, я так понимаю. Ну, девочка была такая, потому что сколько раз мы туда на почту ходили. А дело в том, что еще какая предыстория. Коля ходил перед Новым годом и после Нового уже года получал тут же у нас на почте китайские посылки. Называл имя, фамилию, все такое. То есть не заметить совпадение в имени, фамилии, потому что посылка на него в нашем адресе и все остальное невозможно. То есть реально... Понятно, что это сделано было у нас. Ну, перед Николаем извинялись долго, туда-сюда. Мы созвонились с Венерой, с отправительницей. Вот. Она сказала, что примерно там должно быть. Ну, уже время прошло, она уже сама не помнит. Она просто посылала не к дню рождения. Не, ну, она просто посылку посылала. Посылала она мне лекарства, будем так говорить. Живокоспом или камнелом. 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 Она говорила об этом, но тогда, когда она хотела послать, границы были перекрыты, ничего невозможно было. И теперь она решила так сюрпризом послать. И вот вы представляете, хотя перед Новым годом получилось, вот аж уже к моему дню рождения. Так вот, пошли они, раскрыли, он посмотрел, сказал, что все, полностью каждый пакетик вскрыт, все, что тут внутри, он говорит, что оно все вскрыто. Я этого еще не видела, я специально дождалась съемочки, так сказать, чтобы для меня это было сюрпризом. В общем, поизвинялись перед ним на почте, вроде бы все как на месте, может быть, там пару конфет, конечно, и вытянули, да? Ну да, конфеты я не пересчитывал. А как же ты их пересчитаешь, кто знает, сколько чего. В общем, забрали посылку. И я ее сейчас, та-да-дам, открываю. Очень легко и просто. Опа. И тут написано, от всей души. И сердечко. Правда, Коля, Я вверх ногами, но, в общем, девочки и мальчики. О, какое счастье. Давайте я сюда буду, поставлю ее, да? Да-да-да. Рядышком да, с собой. Да. Вот так. И буду ее разбирать вместе с вами. Вот такой вот пакетик у нас есть, да? Так, смотрим. Ну вот, чтобы вы видели. Это какой-то этот самый марка магазина Fix Price. Да, да, у многих она есть, а у меня тоже часто спрашивают, а что у вас Fix Price нет? Я говорю, нету, к сожалению. Поэтому для меня очень это, знаете, как... Интересно, что ж там такое есть? Потому что писали, что у нас есть фикс-прайс, у нас фикс-прайс, и там вот эти вот и лоточки. Так это интернет-магазин или это просто магазин? Нет, это магазин обычный, магазин, как у нас типа Аврора или еще что-то типа в этом плане. Так, ну как видите, смотрите, видите, коробка открыта, и никто ее особо не назад не упаковывал. Она просто, вон, видите? Да-да-да. Она прям разорвана. Она разорвана, вот. Она не распакована. Она не распакована, она прямо вот, ну, взяли и разорвали. Вот такие вот...
марсианка конфетки. Они немножко разбросаны у нас по этому. Ну, ничего страшного. Спасибо, что нам оставили, да? Вот смотрите, какие. Класс. Таких мы еще точно не пробовали, да? Я таких у нас не видел. Хотя, ну, я неземное шоколадное удовольствие. Ага. Так, девочки, дальше пошли. Оливочки. Вот такие вот оливочки. Спасибо большое, знают, что я люблю оливочки. Оливочки и маслиночки, это ж мое самое, ух. Самое любимое. Не забудь взять с собой, написано. Главное, чтобы время, да, было нормально еще. Да нет, я думаю, нормально. Они ж, если в таких упаковках, они не портятся. Да. Мы ж покупаем даже в АТБ маленькие упаковочки. В таких упаковках не обязательно, ну, в холодильнике. Долго хранится, да? Да, в холодильнике не обязательно хранить. Да, и на почте там же холодно. Да. И маслиночки. Оливочки и маслиночки. Так, а что за фирма? Бондюэль. О, Бондюэль. У нас тоже есть, но таких я не видел. Да, да, да. У нас кукуруза чаще Бондюэль. Да. И еще там что-то. Горошек пишут. Да, 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 да. В железных банках. И нет, есть в стеклянных, вот у Баби кукурузка, она же тоже Бондюэль. Есть. Так что так. Так, так. Смотрим, смотрим. Смотрим, смотрим. Так, эта коробка тоже, как видите, да? Ее просто вот так раскрыли, взломали и разорвали. Вот. Это мне наслаждение. Наслаждение. Наслаждение утреннее. Это кофе. Маккофе, да. Приводном, я так понимаю. Да, да, да. Я же люблю пить с этим. Молочко. А, смотри, тут еще можно... Ух ты. Понял, шоколадку отдельно насыпать сверху. Ну, типа вот делать красоту. Притрусить, да. Да, да, да. Шоколадную красоту делать. Есть же такие специальные формочки, так посыпаешь сверху, и там сердечки получается, или еще чего-нибудь. Да-да-да. Ну вот же показано. Угу. Вот. О, я знаю! Это, по-моему, Юля артистка, она, по-моему, покупала типа что-то такого. По-моему, или в АТБ, или в каком-то магазине. И типа говорит, очень вкусно. Ну, теперь и я буду пробовать, как это очень вкусно. Спасибо вам огромное. Да, такого мы еще не покупали. Не, реально, мы такого еще не покупали, поэтому очень интересно. И тем более я в последнее время кофе только с молоком пью, да? Да, ты позови на ней. Да, я присяла на кофе с молоком. Так, давайте сразу, наверное, же сюда, правильно? Давайте. Вот, я так понимаю, вот это оно и есть. Каменнолом. Вот оно. А, значит, тут большое количество витамин. Я думаю, знаете, почитаю просто там начало. Давай, я средства почитаю. Нет болезней, избежать болезней называется. Вот так вот. Ну, если ты прочитаешь, потому что я ж мелко не могу. Ну, если прочитать. Я тоже смогу, конечно, где-то прочитать. Тут, тут, что у нас тут такое? Тамага, понятно. Так, биологическая... активная добавка к пище. Во, поняла? Состав: плоды барбариса, плоды и корни шиповника, листья крапивы, плоды боярышника, лишалфея, трава спарыша, трава хвоща, трава зверобоя. Представьте, очень даже полезные травушки. Да, да. Смотрите, специально я вам открываю вот каждую баночку, чтобы было видно, что, слава богу, здесь не прорвали. Запакована, да. Да, да. Она, слава богу, запакована, не прорвали. Эти две точно. Ну, чтобы, знаете, бывает же, раз конфеты открывали, мало ли, может, и это тут что-то от этого самого. Отсыпали себе, да? Нет, да, не отсыпали, может быть, знаешь, открывали посмотреть. Нет, все хорошо запаковано. Я так понимаю, это порошочек, да? Я тоже не знаю. Ну вот. А, порошок, оно как да? порошочек, да, это добавка к еде. А, есть, как мы вот это используем, да? Да, только это тут прямо витамины, витамины. Обязательно мы почитаем, как это делается, надо попринимать, потому что, ну, лишние витамины никогда не помешают. Конечно. И мне прям писали, что это очень-очень эффективное средство. Очень классное такое, витаминное. Так, девочки, мальчики. О, мне еще конфетка одна завалялась. Пошли, посмотрим вот это, да? Да, зайкина любимая. Большой, огромный набор. Смотрите, какой он. Он прямо вот большой, видите? То есть, это прям набор. Набор, да. Так, а чем же я его раскрою? Николай, чем я его раскрою? Ну, попробуй чем-нибудь раскрыть. Вот так, я его таблетками раскрою. Так. Ой, вот это ж моя болезнь, ребята. Вот шо-шо, а такие лотки, это прямо мои болезни. Вы шо? Я говорил, да, давай вот таких вот длинных купим для того самого, для круп, там, для каш. Ага, ага. Вот не, кажа, не надо. А потому что я чувствовала. Дорого. Я просто чувствовала, что мне пишут. Так что так. Так, тут написано, какие они.
сколько их, вернее, штук. Таких вот две большие, две. А, ну и все по две, манюсеньких три и самых маленьких четыре. А, там еще маленькие внутри есть? Да. Вот, смотри, самое... Ух ты, блин, ё-моё. Да. Я сейчас раскрою. Прикольно. Вот это класс. Вот это, конечно, да. Да, мне такое нравится. Это я обожаю, девочки и мальчики. Это ж моя слабость, это моя болячка. Так, опа. Смотрите, два больших, это можно вот сюда действительно крупы поставить, Очень круто. Ну, то ли муку, я не знаю, пересыпать, да, чтобы не стояло. Да, чтобы не стояло вот это не бумажной этой коробки, да. Угу. Так, здесь получается два вот таких вот, смотрите. А, еще два миника. Поменьше. Вот, потом, ой, чик, мы не поняли, смотрите, какое классное. Это вообще классно для мелочи, которая остается. Вот, приправок? Нет, я буду их использовать не для приправок, а у меня часто бывает, что-то остается чуть-чуть совсем. Ну или яйцо, например, разбилось, да? Или я отделяю желток от белка. И, допустим, мне желток нужен, а белок не нужен. Или наоборот, в холодильник поставить самое то. Если что-то, например, там, ну, осталось, ну, нарезали мы колбаску, да? И остается там несколько штучек колбасы. Куда ее девать? Мы вечно большие лотки тулим. Пожалуйста. Очень удобно. Опять же таки, масло можно, да? Масло мы сразу быстро не съедаем, полпачки отрезал, положил. Отличная штука. Вот манюсенькие лоточки, это вообще, смотрите, да? Как удобно. Обалдеть просто. Спасибочки, спасибочки. Так, они тут еще и кажется... А, вот так надо. Тут еще и правильно сложить надо. Ольга не умеет конструктор сложить. Вот. Все, понятненько. Спасибочки, класс. Я вот сейчас при лотках. И здесь, смотрите, ой, класс, и маленький еще есть, смотри. Длинненький. Да, обалдеть. Вот это для масла будет, точно. Ну, как маленькие масленочки. Класс, спасибо. Вот это счастье. Сейчас кто смотрит и любит эти, ну, пластиковые всякие, такие делишки, так сидит, облизывается 100%. Гляньте, обалдеть. И такие, и сякие, да, короче, блин, да, набор вообще. Да, класс. Бомба-граната. Бомба-граната. Я особенно, знаете, люблю, когда они совсем новенькие. Они еще такие прозрачные, такие аж прям приятные. Ну, вот у меня такая страсть к пластику, не знаю. Вот именно к такой вот штуке. А это классно, знаешь, для чего? Для холодца. Обалдеть. Ого. Да. Может, для салата? Почему для салата? Нет, ну мы же холодец разливаем в такие большенькие. Ну, да, для холодца класс вообще, обалдеть. Обалдеть. Ты шо, прикольно вообще. О. Спасибо вам огромнейшее, спасибо просто. И вот смотри, тоже плоские какие, да? Угу. Вот. Обалдеть, ты шо, обалдеть. У меня просто слов нету. Я счастлива, особенно вот эти вот маленькие. Они так в обиходе нужны, но себе как-то их и жалко, наверное, купить. Знаете почему? Потому что маленькие лоточки стоят как большие. Ну, и ты идешь, да, и думаешь, маленький большой. А, не, большой возьму, понимаете? Поэтому вот такая вот ситуация. А маленькие все время как-то и это самое. Класс, супер, спасибо большое. Теперь у меня холодильник наполнится новыми маленькими. И больше места появится в холодильнике. Потому что вечно у меня... В холодильнике, блин, занимает куча места лотков больших. Так, как оно тут было? Так. Ну, как-то так, так. Да. А тут я что-то попутала, как оно. А эти же оттуда, да, внутри. Вот, так. Угу, конструктор. Угу. Слушайте, ребята, все. Теперь я самая богатая на лотки. Так что вот такие пироги. Так, ну ладно, я думаю, это мы сложим попозже, да? Угу. Так. Смотрим дальше. Это, я понимаю, куча приправок, правильно? Давайте будем с вами вместе рассматривать. Это интересно. Сейчас мы будем с вами рассматривать их. Ой, еще конфеты попадаются эти. Угу. Хорошо будет, да. Вот. Ну, давайте так, начнем потихонечку. Значит, приправа для картофеля. Угу. Для блюд из картофеля. Ну, то есть очень даже... Угу. Называется фирма Приправыч. Я такого нас не видел. Ну, так это же не наша, конечно, не видел. Смесь для прям... Ну, короче, для курицы. Тоже прикольно, да? И плюс тут идет в подарок пакет для запекания. Внутри. Вот он, пакет. Да, мне кажется, вот пакет для запекания идет в подарок, а это смесь для курицы здесь. Их два у меня. То есть, короче, так понимаю, набор на одну курочку. Да. А тут пикантный для крылышек, видишь? Угу. Получается, здесь прям для курочки курочка нарисована. Тут пикантный, типа остренький, мне кажется, для крылышек. Угу. Классно. Тмин.
тминчик. Угу. Класс. Вот еще для курочки такой же. А, это с прованскими травами. Они все разные. Ты видишь, с травами и с чесноком, а тут с прованскими травами. Да, ребята, это же только одну курицу хавать будем. Там курицы нет, нет? Нет, курицы нет. Паприка молотая, вот такая. Нет, все равно интересно, да, приправки попробовать, таких, как у нас нету. Мы, ну, у нас, конечно, уже, наверное, те, что есть, мы уже все перепробовали. А вот как откуда-то. Ну, когда мы с моря привозим, да? Да. Тоже. Другие вкусовые равно, вот какие-то. Да, ощущения. Вот скажи, даже в той же паприке они какие-то все равно разные. Угу. Разных фирм и все равно разные. Попробуем обязательно. О, кунжут. А мы вчера кунжут искали, кстати, для салата. Все свои закромородины перерыли. Нашли, правда, но знала бы, открыла бы еще вчера. Ой, блин. Кунжутик, спасибо. Так, опа, приправа для маринования и пряного посола сельди. Ты понял, селедки? И здесь написано этот, как он называется, рецепт, чтобы вы понимали. Будем разбираться, спасибо. Ха-ха-ха. Можно будет и селедку замариновать. Имбирь молотый, класс. Так, аджика, приправа. Приправа аджика. Это можно классно мяско протушить туда-сюда. Такое классненько. Сегодня обязательно будем картошку запекать. Я что-то придумаю. Ты используешь? Конечно, да? Конечно. Так, приправа для плова. Класс. Класс. То есть все одной марки, да? Да, да, да. Угу. У меня же, походу, хорошая марка. Угу. Классно. Так много всего. Супер, и вообще. Одной этой самой. Карри. Кстати, карри у меня, по-моему, закончился. Очень даже вовремя карри. Вот курочка в карри очень вкусная получается. Кориандр, кориандр мы вчера делали. Вот блин. Вот блин, надо было вчера раскрывать. Я же варила вчера, давай раскрывать. Блин. Вчера времени не было, готовили, готовили. Ну так вот, вот, и уже использовали эти новые приправки. Было бы с новым вкусом. Хмели сунели. Угу. Прикольненько. Класс. Приправа для шашлычка. Угу. О, это ж моя болезнь. Сейчас еще как расставлюсь. Блин, обалдеть. Да, да, тебе еще слаживать надо найти куда. Да, приправа для лагмана. Я еще лагман не делала ни разу. Ну, надо попробовать. Теперь точно сделаю лагман. Это, короче, помнишь то, что мы ели в, да, на, да, море, на море, такая длинная вермишель, которая плавает в соку с мясом? Вот, вот мы такое пробовали на камеру, да, да, есть, да, видео. Я говорю, у меня, слушай, класс. Так, приправа для корейской моркови. Прикольно. Дело в том, что вот по моему рецепту, как я делаю корейскую морковочку, вот, можно, в принципе, заменить вот все специи, которые я насыпаю самостоятельно, одной пачкой приправки. Вот я как раз и попробую сделать в следующий раз. У нас Света корейскую морковку за две щеки топчет. Так что я попробую обязательно. Мы приедем уже, и я обязательно попробую сделать. Мы же уезжаем просто, понимаете? На моря, зимой на моря. Красота. Так, приправа для окорочков. То есть, если я буду запекать окорочочки, то будет, смотри, для курицы отдельно, для крылышек отдельно, а для окорочков отдельно. Естественно. Слушай, запекать разные и запекать. Разные вкусы, все, да, как положено. Да, прикольно, слушай. Чтоб не надоедало. Гуляш, прикинь. Ну, это как типа тушеное мясо, понял, для гуляша. Вот, приправочка. В котелке. Венгерская кухня. Так что так. Котелочки можно запекать. Ну, действительно, в этих котелках намного вкуснее получается. Вот я вам серьезно говорю, вот если вы на костре делаете. Котелок мы купили. О, а котелок мы купили. Ну так в этом году ни разу ничего на нем не сварили. Мы хотели закоптить сало. Да. И все как-то. И довольно-таки у нас большой вместительный котелок. Так что все приезжайте к нам в гости, будем чего-нибудь дотушить. Правильно? Классно. И Коля такой сзади. Гостеприимный ты наш, ёшкин-матрёшкин. Так, приправа для гриля. Прикольненько, да? У нас, кстати, электрогриль есть. Так что можем, между прочим, на электрогриле тоже воспользоваться. Попробовать, да-да-да. Да-да-да. Прикольно. О, желатин пищевой, 20 грамм.
Но я уже холодец сварила, так что мне уже желатин не надо. Да, мы же особо не добавляем желатин. Ну, мы же, да, холодец. Желатин, в принципе, холодец. Не, я иногда, если смотрю, когда уже варю-варю холодец, а пора разливать, а оно не липнет вот так вот, то приходится немножко добавить. Но в последнее время я туда столько ушей, копыт, там всех делов, поэтому мне и так все хорошо застывает, все классно. Но желатин в доме всегда нужен. Всегда нужен. Так, девочки и мальчики, еще тут немножко осталось. Орех мускатный. Угу. Честно, я его мало куда использую, но иногда в каких-то рецептах его можно, ну, совсем по чуть-чуть. Вот. Надо где-нибудь какой-нибудь рецептик с орешком найти все-таки. Куркума. Вот такая вот молотая куркума. Семена горчицы. Вот семена горчицы я использую. Угу, угу. Я их использую. Да-да. Вот. Ходовые. Да, 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 да. Так, приправа для курицы. Теперь смотри, вот видишь, для грудки можно использовать. Угу. Видишь, именно такой кусочки, да, 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 мяса. Грудинка, скорее всего. Класс. Слушай, для курицы много чего. Смесь перцов. Молотых. Молотых. Угу. У нас была смесь перцов этих, ну, просто кружочками, да. А это прямо молотая. Вот, приправа для... О, кстати, для первых блюд. Угу. Это очень-очень нужная приправа. Я очень люблю в супы добавлять всякие приправочки. Так что открою и обязательно на следующий суп попробую такую приправку. Вот за это прямо вот, ух, класс. Приправа для говядины. У нас, угу, говядины, конечно, не так уж и много, но я думаю, что может ее для свининки можно будет использовать. Я обязательно почитаю и обязательно ее, то есть, куда-нибудь дам, приправлю. Куда-нибудь наприправлю. Так, жаркова. Для жаркова. Это картошка, короче, по-нашему тушеная картошка, угу, чтобы вы понимали. Мы с детства называли жаркое, это тушеная картошечка с мяском и со всеми делами. В горшочке очень вкусно, но в горшочке мы не делаем, мы делаем в обычной кастрюльке. Я уже не делала сколько? Около года где-то, да? Да, да. Так что пора. Угу. Пора. Открыла шкафчик, посмотрела, так, ага, картошку тушеную не будем делать. Сегодня будем делать тушеную картошку. Обалдеть! Приправа для пельменей. Я еще такую не видела, девчонки. Да, да, да. Обычно Зая там сама, короче, химичит, шаманит над кастрюлей, и получается очень вкусно. Юшка у пельменей. Классно, слушай. Мы очень часто делаем пельмени с юшкой. И тут на тебе, да? Угу. Вот это прямо попробуем, так попробуем. Так, спасибо. Смотрите, сколько мне приправочек. В мою, гора так целая, сказать, копилочек приправочек. Столько приправочек. Классно, спасибо вам огромное. Прям спасибо, спасибо. Ну давай, доставай вот эту коробочку. Вот эту коробочку. Тишечка. Ее тоже вскрыли, вон, видите? Что, серьезно? Да, вот же она открывалась. Видишь? Угу. Она надо было, она просто... Вот, ее открыли, вот она открывается. Ну, заклеили неправильно, вот она заклеена. Заклеили неправильно, да? Да, ой, вот, вот ее просто так, а потом просто приклеили. Ну, ничего страшного, главное, что ее ж не съели, правильно, что нам прислали. Ну, откуда ты знаешь? А ну давай, доставай. Не съели? Ребята, не хватает трошки. А ну разложи. Ну вот она. Получается, одной не хватает. А может хватает, слушай, просто она где-то тут... А, не, все хватает. Вот. Все хватает, да? Да, да. Оп. Я думала, оп, это оп, самое. Оп, сожрали. О, нет, все хватает. Все, нормально. Это что у нас? Казахстанский, да? Да, 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 да. Гляньте, как. Слушай, распечатай какой-нибудь, давай, я попробую. Все. Я люблю шоколадные конфетки. Тебе какую? Любую, давай. Какую? Беленькую или синенькую или черненькую? Черненький, это черненький. Сто пудов, то черный, я люблю беленький или голубой, давай. Беленький или голубой? Да, ну то молочный совсем белый, а тот такой не белый. Ой, да? Смотри, какие прикольные. И здесь тоже рисунки? Да. Угу. Прикольно. Пахнет? Ну давай, кусай кусочек ты. Пахнет, давай классно. Кусочек. Я хочу попробовать казахстанский. Да. Ну, можно попробовать, я посмотрю. Угу, угу. Прикольненько. Да? Угу. Хороший, слушай, молочный прям хороший. Да? Да. Не написано, какой он, молочный, не молочный. Просто шоколад написано. А, не, милк. Милк, ну, видишь. Милк, а здесь? С моим зрением, ё-моё. А здесь не написано. А что будешь пробовать? Хороший, вкусный. Давай. Будешь еще? Ну, давай. Давай голубеньку еще попробуем с тобой. Угу.
Чё, чё, ну, чё это самое теряться-то? Ну, тоже. А здесь не написано. Здесь написано Milk, а здесь просто казахстанский. О, видишь? Эти такие... Разница есть? Да, да. Там прям молочный-молочный. Этот не молочный-молочный. Этот больше такой с горчиночкой, да? Этот будет 100% прям черный. Это мое. Я вот такой люблю, прям обожаю. Класс, хороший, спасибо. Угощайтесь все. Угощайтесь. Нет, спасибо огромное, классно. Я обожаю вот эти коробочки всякие. Вот такое все. Ой, видишь, распечатывали, видишь? Эти вот ошметки. От него там летают. Ну, главное, что они просто распечатали, посмотрели и запечатали. Возможно, это сделали и на границе, ребята. Может быть, на границе, знаешь, что так... А бы как, дергали за одну сторону, думали, может, здесь распечатывается, не догнали, что оно здесь распечатывается. А потом уже, когда догнали, уже распечатали отсюда. Может же такое быть? Ну, вряд ли. Вот, ё-моё, сбила нас немножечко телефона. Коля, можно было бы, чтобы и звонил, но дело в том, что там этот, у него рингтон стоит, который распознает YouTube. Да, надо поменять, потому что это, да. Да, это не очень хорошо, когда играет, и потом... Ну, вы поняли, да? А Коля ж положил свой телефон под подушку, а там еще что-то, и, короче, не успела быстро достать, пришлось отключиться. И осталось. Все, доставай последнюю. А что это? А что это такое? Мне кажется, это чай. Чаи, думаешь? Я думаю, ну, смотри, чашка. А фрукты какие? А, да, слушай. Чашка нарисована. И вот, да-да-да, смотри. Чайки. Да. А ну, поверни другой стороной. Какой? А, сюда. Вот так, да. Я покажу, что у нас тут есть. Дун-дун-дун-дун-дун-дун. Да, да. Это что-то прям вот такое интересное. Ну, давайте распечатаем. Давайте. Сейчас я... А, вот. Тут есть зацепка. Что, тоже пытались распечатать, что ли? Угу. Потом не решили, не будем. Не, ну, оно не распечатано. Ну, была зацепка такая. Я уже ножнички достала. А, ну, не надо ножнички. Пока мест ничего. Ничем не пахнет. Пока мест нет. Мне кажется, оно герметично просто там. А, ну вот таких вот штучках, смотрите, как планшетник. Угу. Класс. Короче, смотрите, здесь у нас есть вот такие пакетики. Это что, абрикосы, что за такое? Персик. Персик? Да, косточка, как персик. Нет, пока не разрежу. Она герметичная, да. Чуть разру я вот там выпью. Хорошо? Хочу понюхать, как он пахнет. А пахнет персиком. Понюхай. Да, хорошо? Да, понюхай. Хорошо, а ну, давай. Пахнет он реально. Хорошо, так классно, да. Персиком пахнет. И там нарисованы слоны. Слоны? Шлоны. Ага. Шлоны красивые. Но я все разрывать не буду, чтобы вам рассказать, как оно пахнет. Смотри, потому, здесь написано «Айло, КЗ, Казахстан». Да. Так, да. И батареечка. Так, сейчас, подожди, я хочу показать, что у нас есть тут. Значит, у нас есть чай малина. Малинка. Чай у нас есть лимон. Чай у нас есть черная смородина. Так, смотрим дальше. У нас есть зеленый чай, да? Или... Это ж этот, бергамот. А, бегемот это? Ну да. Да ты шо? Разве? Сто пудов. Может быть. Так, потом, ну вот такой вот чай. Да. Потом здесь у нас черника. Ой, сейчас я попробую вытянуть. Опять такой вот чай, как он, бегемот. Ну, Коля говорит, что бергамот, но я не знаю. Ну, вроде бергамот, вот это Ерл Грей. Да, тут повторяется, значит, персик. Угу. Опять же, малинка, лимончик и черная смородина. Угу. Класс. Вот такая вот нам пришла посылочка. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы так уважили, так сказать, нас. Прислали, наконец, каменолом. Дело в том, что я же говорю, мы разговаривали, и было печально, что человек говорит, ну как же так, ну что ж это границы, вот я же говорю, надеемся, что наконец-то все вот эти вот уже карантины пройдут, что все выздоровят нас на всем земном шаре, и все эти снимут запреты, и люди опять смогут спокойненько слать друг другу посылочки, радовать друг друга, и не за куча денег. И еще хотелось бы сказать, девочки и мальчики, сейчас очень дорого стоит с другой стороны послать посылку. Поэтому я понимаю, что мне многие написали, а как вам прислать посылку? Там из России хотели прислать. Вот. Ну, в общем, из Европы хотели прислать. Я говорю, девочки и мальчики, дело в том, что посылочки к нам сейчас очень-очень дорого посылать. Кто уже посылал, знает. И поэтому хочу сказать, что не стоит тратиться. Вы на пересылку больше заплатите, да?
Чем то, что того, что отошлете. Да, тем чего-то отошлете. Я надеюсь, что скоро все это закончится, и границы пооткрываются, и будет это проще, гораздо дешевле. Доступнее. А если вы хотите нам помочь, вы можете немножечко скинуть нам на донат. Да? И мы пойдем купим что-нибудь себе вкусное или классное, или еще что-нибудь. И это будет тоже нам подарок. Вот. А Венерочке хочу сказать, спасибо большое, Венера. Вот прямо угадала, вот видно, что человек прямо смотрит видео, да? Да. Вот прямо вот прислала все, и шоколадки мы очень любим, тем более такие маленькие, такие классные, они интересные, правильно? Вот, и чайки мы любим попробовать всякие разные, мы чаек вечером пьем обязательно, вот, утром мы по кофе, конечно, больше. Насчет приправ, это вообще уникально, спасибо огромное, я обожаю приправы, где-то вижу какую-то новую, я беру, мне интересно, мне попробовать. Замок кофе тоже спасибо. Видно, что человек видит, что я с утра прямо пью это кофеечек. Оливки, маслинки тоже прямо. Вот понимаете, вот что самое интересное? Очень приятно получать, когда видно, что человек прямо видит, чем я болею, да? Можно так сказать. Лоточки то же самое. Лоточки для меня же это что? Судочки, лоточки, кто как называется. Вот сейчас напишут. Лоточки это у кошки. Ё-моё. Я их называю лоточками. Да, мы называем ловки. Судки, судочки как-то. Ну, как кому удобно, так и называют. Суть не меняется. Лотки. Да. И за конфетосы спасибо. Кстати, мы так ее не попробовали. Попробовали, да. Давай батарейка мигает. Смотри. Какая она? Ухтышка. Ухтышка. Давай половинку кусай. Сейчас. Ой, сейчас она убежала. Тут что-то еще интересное. Да? Смотри, вот так вот. Рисунок? Не знаю, вот смотри. Может, будет видно? Да, можешь ты рассмотреть, я... Мне засвечивает. Вот. Я половинку откусила, тебя половинку оставила. О, смотри, какая красота внутри. У него это как шкарлупа, как, короче, бери сразу в рот, потому что посыпется. Вот эта штучка верхняя, она как... Это не шоколад, это... Блин, какой вкус, я таких конфет еще не ел. Это такое что-то... Блин, я не понимаю, а Светка стоит сбоку, облизывается. Блин, бери, пробуй. Обалденная конфета. Девочки, я таких еще не ел вообще. Офигеть, называются марсианка. Смотрите, она реально вот такая вот. Угу. Эта оболочка, она хрустящая, такая... Я даже не знаю, что это такое. Но она очень реально вкусная. Неземное удовольствие. Класс. Реально вкусно. Ой, спасибо. Все, огромное-огромное спасибо. На этой приятной ноте мы пойдем заваривать чай с конфетами. Все. А у меня сегодня день рождения, и эта посылочка как нельзя прямо кстати к моему дню рождения. Мне в 10 раз еще приятнее ее получать, потому что что? Подарки всегда приятно получать на день рождения. Тем более такие, которые вот действительно мне в хозяйстве пригодятся. Спасибо огромное. Всем счастья, любви, здоровья, тепла, нежности, не знаю, наполнения какого-то такого, там, ну, чтоб все у вас было классно и, как говорится, бобра в каждый дом. Добра и любви в каждый дом. А главное, здоровья. Не забудьте поставить пальчики вверх и подписаться на наш канал, кто еще не подписан, потому что мы сейчас уезжаем куда? В отпуск, в Египет. И я думаю, с нами будет интересно. Ну, я так надеюсь. Да? Попробуем показать что-нибудь. Да, попробуем что-нибудь показать. Попробуем сначала найти там интернет, а потом что-то показать. Поэтому обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик и под колокольчиком там выберите все. И тогда все абсолютно сообщения, чтобы мы не делали короткие видео, длинные видео, любая информация будет прям к вам залетать. То есть приходите оповещение. Все, всех люблю, всех тёмаю, всем пока-пока. Пока-пока.